Я фанат, на самом деле. Ну, нет, не фанат, наверное, нет. Фанат – это неправильное слово. Кстати, вот воруют у меня видео, поэтому еще раз повторюсь. Пускай люди мучаются, хотя бы обрезают. Михаил, канал «Картавый блогер». Обрезайте, воры, моего видео. Значит, ситуация следующая. Вот БГ, Билл Гриллс. Приложу я к этому видео все ссылки на ножи, которые идут с доставкой в РФ этой марки, которую нашел. Есть некоторые сложности. Вот не отправляют китайские друзья к нам нифига эти ножи. Часть у меня пропала. На почте Лаоса часть у меня пропала. Часть все-таки у меня дошла. Прям такой тесачочек. Дошел вот этот маленький. Соответственно, тоже дошел. Где-то у меня, по-моему, еще маленький должен идти. И вот еще у меня пришла одна вещичка. А смысл в чем? А китайцы на AliExpress не имеют права торговать репликами, то бишь подделками. Поэтому они их указывают вот таким вот образом. Нож, без какой-либо надписи. Ну, а реально приходит вот такой вот Билл Гриллс от Gerber. Значит, в нашем случае у нас пришел не нож, а вот такой вот топорчик. У этого топорчика нету ни огнива, ничего. Я не смогу вам сделать что-либо с ним неправильно, чтобы надо мной потом кто-то посмеялся. У нас есть просто нож. Вот видите, как тут как-то саморезик косовато относительно ручки. По-моему, ручка должна быть немножко в бок. Ну да ладно. Не саморезик, а... Да, вы знаете, по-моему, явно ручка должна быть там подальше. В этом случае саморез будет не вот так вот в дырке, а все нормально. И вот это вот отверстие будет, ну, полноценным, а не кусковым. Все это дело можно привязать на веревочке и играть в игру. Карусель, карусель, кто успел, тот присель. Кто не успел, того топором вокруг себя крутить его. Вот. Маленький звездючок есть у меня от... Как же она называется-то? Топорчик, по-моему, Gerber она и называется у нас. Или как-то иначе. А, Фрискас. Или Фискас. Фискарс. Фискарс, точно. А Фискарс есть у меня топорчик, но он больше колун. Вот этот топорчик, он больше прям вот именно... Остренький даже. Ну, недостаточно, конечно, острый, чтобы прям вот резать. Но чуть подточить, и получится совсем хорошо. Да, вот эта часть явно должна торчать, и ею можно будет что-нибудь бух-бух-бух-бух колоть. Такой вот томагавк. Вот такой вот томагавк вполне подойдет для того, чтобы чего-то там подзаточить, чего-то там порубить. Ну, надеюсь, не кого-то. Уйдет в машину, будет валяться. Так, у людей бита, а у меня будет топор. Тем более, есть вот такой вот защитный чехол. Согласитесь, да, если... Кто-то выйдет сбитый из машины... А я буду, скажем, с топором. Это, конечно, не вепер-молот, но тоже неплохо. Да, по-моему, вполне. По-моему, вполне. Мне денег, которые я на него потратил, не жалко. Обошелся он недорого. Давайте дальше.